31 июля 2017 года, понедельник. Мы пришли на первый мостик убрать грязь, которую уже размочили, убрали. Я специально сделал сверху камней, боясь, что коровы сломают ногу. Но оказывается, он их вдавил в землю, земля оказалась лишней, сейчас она мешает ехать. Ее размокшую приходится вылавливать и выбрасывать. А это вот то, называем место шлюзом, в конце канала соединительно. Вон там первый мостик, сегодня туман такой. И вот вода уже вплотную здесь подошла. Ну, может быть, только весной поднимется. Сейчас вижу, видите, как вот камнем сверху покажу. Все это сделано. Загородили, чтобы скотина не зашла ни с какой стороны. Скотина здесь есть, кто пасет. Это главное, вредители будут. Ну, вот пока так. Надо здесь вот вокруг поднять оттуда брать глину и сюда носить. Вот здесь вот создать барьер, чтобы вода сюда не шла. А тут шла она по камням. Оказалось ниже. Тут сразу начнется размыв. Так, вот это, через это перелезти. Вот так. Показать, как ступеньки тут сделали. Вниз они были сделаны, но замусорены. И вот теперь этот шлюз, это больше метра. Почти в рост человека. Ну, 1,20 м примерно. Тут упоры. 3, 4, 5, 6, 7 упоров сделали. Ну и вот так вот все загородили. Нам кажется, что это ладно. Ну, весна проверит. Ну и здесь больше 70 свай забили, больших и маленьких. Долго били, отдельно столбы, что могли, просмолили. Но дело не окончено, видно теперь, что нужно глину туда носить. Носить и поднимать тот край. Где камня нету, тут надо поднять, чтобы она уперлась в нее. Вода и шла только по руслу. Явно, что... не окончено. Камней практически нету. Всю кучу убрали. Остатки сена здесь есть. Ну и вот все. Скотина туда не пойдет. Здесь не пройдет. Снизу не подняться, сверху не зайдет. Боюсь только того, что если погонят на эту сторону, после на правую, как там скотина, если пройдет, то оттуда прогнать не могут, не прогнать. Она может скотина повернуть сюда и начнет выламывать вот эти, которые стоят. А бык-то поденет, никакой гвоздь не удержит. Он очень сильный, сильнее лошади намного. А это вот то, что идет на первый мостик. Там не видать, братья трудятся. Володя Пащенко там и Никита Колесников. Вот сегодня я это осмотрел. Ну и увидел, где какой недостаток. С той стороны очень высоко прибита жердь. Просто высоко. Оторвать ее заново надо будет и перебить намного ниже. Ну и здесь я не знаю, то ли как-то загораживать или как. Скотина, чтобы не прошла еще одну жердь. Чтобы она не пошла сюда, скотина. Все, пока на этом. Пойду на второй мостик, проверю. Сегодня у нас 31 июля. Вот мы опять приехали между первым и вторым мостиком. Так, еще не забыли. Это наша там дамба. Сейчас будем творить. Это посмотрите. Тут надо все-таки загородку будет делать. Иначе я коробку туда постил, пусть я это сразу сверну. Я уже не знаю, откуда еще заразить. Тут одной жертвы можно перегородить. Два столба поставить. Ну, Рема привез барабаш. Он сидит за рулем. Все, дергай вперед, скорее. Давай, давай. Все. Еще маленько дерни, тебя закрыть. Все, свободно. Вот так спустите. Отдельно туда спустите доски. Знаете, туда, скидывайте.
Но мы эти-то пилить будем вон там, наверное, внизу. Туда их сбросим. Все, снимай очки. Вон кувалда железная, вон торчит, вон. Но ты ее не трогай, это Никита. Не, ты деревяшки таскай, зачем тебе тяжесть? Больше ничего нам не надо, все. Нет, там осталось еще. А, что осталось? Да, немного. С краю застряло. А, залезьте туда. Ну-ка, Никита, залез, что там осталось. А он и Рема полез уже, полез. Вот эти вот камни мы решили засаманить, потому что вода может вокруг них пойти, рядышком, то есть не по камням. Вот надо саман поднять по бокам. Сегодня у нас 31 июля, время обеда уже у нас. Вот, и мы здесь вот почти уже к концу подходим, заканчиваем вот эту дамбу, которую мы возвели между первым и вторым мостиком. Вот ребятишки помогают, Коля таскает сено, Нестор с Фроси глину, Игнатий с глину таскает. Никита нагребает, Сак тоже таскает стенов. Но там мы уже возвели все. Вот. Это сделали ограждение вот внизу. В случае, если вдруг быки пойдут, чтобы они у нас эти столбушки не выворотили, которые подпорками у нас служат. Иначе вся дамба пропадет сразу. Вот так вот. Тут колышки забиты. О, Никита Андреевич, ты уже тут целую траншею выкопал. Окапываешься. От неприятеля. Супостата. Небо приятно. Все, тихо ты. Все. Вот здесь вот пойдет в середине у нас вода. Там вот я толку, сейчас до конца еще вот толку все это. Подержи это, сейчас тебя возьму ее. Иди, долби, поливай. Лучше тебя никто это не сделает. Ведро там, толкушка там. Ну да. Вон оно где. Вот это вот самое русло, которое думаем, что пойдет вода. Если будет мало объема, то она размоет дальше, но вся не уйдет. Володя Пащенко.
продавливаю вплотную к доскам, особенно прижать их. Сейчас еще не успеешь там, придешь сюда, а потом туда вернешься. Нам это поднять надо, мы уже подняли выше. Это сейчас нам закончится, через час мы уже кончим. А то и раньше. А там вода стоит. А на сколько она стоит там? На полметра, на метр, бог знает. Ну, весной думаем, что именно вот это этим задержать, а вот это остальное спустить. А автоматически шлюз такой сделать, это просто невозможно. Она выламливает все. Самое постыдное в этом деле то, что обращаемся за помощью, вот пошел сегодня. Кому бы не обратился, я занят. К одному брату отправлял рабочих. Работали там человек 5. Месяц, наверное, не меньше. А тут 3 часа. У меня машину ремонтировать, залез под машину, спрятался. Да машина-то еще постоит. Нет. Дважды заходил, говорил, нет. Это, как говорят, сивки на глаза надо иметь. 100 часов больше отработали у него бесплатно. Даже ни за что не ставит. И делаем-то не для себя. Ну пойди, нет. К другому зашел, сурово лицо, я занят. Ну чем же ты занят-то, Саш? Ну помоги. Нет. Это я говорю, сегодня только что был. А я мещусь сюда, от который раз уже приехал. Здесь надо, и там грейдер приходит. Перед ним топтался, бегал зад-вперед. Потому что шофер... уставший или еще там был совсем в затруднении большом. Никого нет, вот. Один уехал куда-то, другой спрятался. Третьему ничего не надо. Зачем делать? И тут воры теперь поедут. Да я говорю, вас, среди вас воров-то больше, чем там. Им не нравится, когда я так разговариваю. Посмотри, какие кучевые облака. Какая красота. Все видимое временно, а невидимое вечно. Невидимое вечно. Вот как работает. Это платка свежевнутренняя. Потом надо грабли привезти и собирать, потому что нам каждая сининка дорогая. Господи, Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, благодарим Тебя за милость. Сохрани это место. И защити, и устрой так, чтобы желание наше пользы принести исполнилось. Прости тем, кто не пришел на помощь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все. Когда я бью, бросил, я. Ну давай. Давай. Я на крышу. Ну куда на крышу? С краю. Не сидел. Ну, Никита, давай, садитесь.